иду на работу. Я вчера на ночь сделала такую глупость, выпила чай. Но чай был от газов. Но это было уже в 11 часов ночи. И, в общем, я сегодня, смотрите, какая стала. У меня я бухшая страсть. У меня, видимо, весь этот чай на лицо перешел, на руки. В общем, пипец какой-то. Иду как это. Даже не могу глаза открыть. Это еще чуть-чуть сопало. Сопало, где упало. Или как там, в общем, сошло. Пипец. Все вот такие вот. Прям чувствую, что у меня все надутое. Ну, я думаю, а, выпью, ничего страшного. Ага, фикушки. Сейчас еду за сестрой, она меня уже стоит, ждет. Едем на работу, будем ее укладывать. Делать из нее красавицу. Ах, такие вот дела. На улице хорошо, ветра нету. Бинго, Сула, мама. Ветра нету, поэтому... Бинго, а? Поэтому, может быть, лето уже пришло. Красота. Сестра там ушла с другую сестру звать, пока я парковалась тут. В общем, они сейчас у нас будет сборка. Сборка или как там звать-то? Сходка. Ветер дует в спину. Я сегодня утром, знаете, такая чувствую, чем-то пахнет таким вкусным, который мне очень нравится. Думаю, что же за запах такой? Потом до меня доходит, что это моя туалетная вода, которой вот я брызгаюсь. Мой муж, он любит побрызгаться моей туалетной водой. Так он брызгается, знаете как, прям вот брызгается. Потом газовая атака получается. Я ему быстренько написала в сообщении, чтобы он не трогал мою воду, но он выкрутился. Он говорит, я сегодня хотел пахнуть тобой. Я говорю, конечно, ага. Ой, говорю, мной, просто ему нравится моя вода, вот он ей брызгается. Вообще, иногда вот мне приходится с ним ругаться из-за этого, потому что у него своей 150 штук, только он еще и мою пользуется. Вообще пипец. Так вот, сейчас я тоже набрызгалась, иду нюхаю. Всех уложила и так спешила домой, что я приехала... Чарли Бенеки, в тапках домашних, ой, домашних, рабочих. Чарли Бенеки, ну корр. Бежит. Там машины могут оттуда приехать. Поэтому страшно. В общем, бегу домой. Бегом. Кушать так хочется. В принципе, ничего нового. У меня там есть макарошки и гуляш. Помните, я делала дня два. Бэм-бэм-бэм-бэм. Котик. Вот, и буду сейчас это все делать и все это кушать. Бэм-бэм-бэм-бэм. Людей сегодня на пляже больше. Даже есть купающиеся, хотя вода 100% ледяная, потому что после шторма она всегда ледяная. Я даже подумываю, может быть, мне завтра тоже рвануть на пляж, позагорать немного. Ветерок, конечно, свежий, но глядя на людей, которые вот там купаются, мне прям уже, знаете, как-то и захотелось. И после работы еще иду такая, знаете,
ну, как бы не потная, но тьфу. Сейчас бы как навернулась, вот бы ржать был. В общем, жаркая такая, скажем, да. И я бы сейчас даже искупнулась бы. Хотя вода 100% ледяная. Ну да ладно. Какие у нас планы на сегодня? На сейчас. Сейчас пойду заправлюсь. Потому что мне нравится заправляться на заправке, которая в этом городе. Здесь меня, скажем так, заправляют. Я не очень-то люблю заправляться, машину заправлять, потому что я не умею, постоянно боюсь спутать бензин. Поэтому мне больше нравится, когда меня заправляют. И, наверное, в Лидл заеду, куплю какое-нибудь мороженое, а-ля диетическое, какое-нибудь, не знаю, без сахара, там, без молока, без всего. Я вот мороженое, которое покупала Магнум, помните, с шоколадом, там все дела, нажимай, там она хрустеть будет. Оно мне совсем не понравилось, потому что там вообще мороженого-то и нету, в принципе, там один шоколад. Шоколада там столько много, что я не очень люблю шоколад. Ну как, в принципе, я его поем, все дела, но чтобы просто пойти и купить, это бывает очень редко. И я его покупаю в том случае, когда мне что-то хочется к чаю, и чтобы не сожрать всего много, вот я покупаю шоколад, чтобы там, знаете, кусочек съесть и душу отвести. Так вот, в этом мороженом, там вообще нету мороженого. Там, наверное, 300 грамм мороженого в этой баклажки, 200, наверное, шоколада и 100 мороженого. Поэтому как бы оно мне не понравилось, а стоит 5 евро. И не знаю, все прям такие вау, в восторге было от этого Магнум, но я нет. Поэтому с чаем, знаете, его можно было бы пить с чаем, потому что там один шоколад черный. Вот, поэтому хочу заехать в Лидл. Почему в Лидл? Потому что он рядом с заправкой. Ну, я помню, в прошлом году покупала мороженое, вроде ничего, нормально, вкусное было. Так что вот такие планы у нас. От того, что, наверное, жарко, идут вот эти вот тучи, смотрите, какие. Прям какие-то прям такие вот, как здесь говорят, парамасколор. Для большей жары, я так думаю. Тут вот мы подходим уже к городу, то есть там уже город начинается. Я-то работаю вот там, на горе, а город основной весь он внизу. Вот, и вот все люди спускаются вот сюда. А когда у меня приедет сестра двоюродная, она скоро приедет, я хочу сходить вот в этот ресторан, он очень суперский, классный, зарезервировать вот там вот места. Блин, батарейка садится. Мы один раз там кушали, ну, имеется в виду один раз прям вот у этих вот, у моря. И там рыбки прям видно было, плавали. И там есть осьминог сушеный. В общем, много всяких вкусняшек. Хочу сюда их привезти и покушать. Потом можно на пляже погулять. Так что, друзья, чтобы не пропустить, подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Будет весело и интересно. Все лето впереди. Будем купаться, загорать, жрать. Куда ж без этого-то? Куда ж без жрачки-то? И никуда, и не туда, и не сюда. В общем, вот этот ресторан мне очень нравится. Мы кого-то туда водили. А можно потом вот на эту гору залезть. Там тоже это какая-то крепость была. Я туда еще ни разу не лазила. Оттуда прыгают ребятишки. Представляете, как страшно. Ты отсюда так смотришь, вроде бы невысоко. Яхточки приплыли сюда. В общем, лето. Я тут все грешу, лето к нам не пришло. А, смотрите, пришло, люди на пляже, я в шляпе. А чтоб голову не пекло, что ж я дурак, что ли? И так на голову больная. А буду еще больнее. В общем, ладно, сейчас догуляем и едем заправляться. В общем, вот такое мороженое купила. Одно уже мороженое муж лопает. Это ему, это вот себе, они маленькие. 2 на 3, а, не знаю, в общем, такие, еще какие-то были, типа смузи, вот. И вот смузи без сахара, без всего, это вот мне, вот это сейчас буду складывать в холодильник, конечно, вот так, взяла себе йогурт и еще, вы знаете, блин, а и орешки к чаю, йогурт это я вот выбрасываю постоянно. Каждый раз беру, думаю, после обеда я всегда съем с собой, хочется сладенького, съем йогурт. Купила вот такой греческий с малиной и с вот этой вот
Я туда добавляю чия, и оно разбухает, и получается как пудинг. Не знаю, ну вот я съедаю один, а остальные постоянно выбрасываю. Ой, каждый раз вот зарекаюсь не покупать, потому что не буду, а потом после сладкого, сладенького что-нибудь хочется. Ну, не шоколадки, мармеладки, но, ну, посмотрим. И орешки вот такие купила. С чаем пью тоже вот такие грецкие, обычные. Ой, батарейка садится. Буду раскладывать мороженое, а то растает, и батарейку за это. Ну, вы поняли, заряжать. Смотрите, как у нас сегодня пасмурно и темно. Хотя сейчас времени меньше, чем вчера. Я когда снимала, прям вообще туман, тучи такие низкие-низкие. Кто-то там болтает. Так вот. Сейчас пойду умываться, смывать красоту. Завтра спрашиваю, что будем делать, никто не знает. Ну, я-то, наверное, с утра поеду с Чарли на пляж погуляю. Потом еще что-нибудь, я-то придумаю. Вот. А пока вот сейчас что-то спать охота. Такая погода прям, что прям тянет на поспать. Но еще рано. Иначе я сейчас, если лягу, то все, завтра часов 6 проснусь. Сегодня была в Алькампо, представляете, кто-то забыл сумку. Прям вот, ну, где еду складывают в пакеты. Видимо, сложила женщина в пакет еду и пошла. Сумка такая довольно-таки большая, прям открытая, со всеми делами, с кошельком. Там и оставила. И вот следующая женщина такая: кто сумку, говорит, забыл? А продавщица: ну, кассирша, разве это не важно? Говорит: нет. Ну, в кассу вернули. Вообще столько иностранцев много. Немцы прям, знаете, а немцы, они такие большие, огромные вообще. Такими тележками накладывают. Там, не знаю, они же, наверное, в отпуск приехали. Куда им столько еды? И вот, знаете, еда вся такая вредная. Там всякие сосиски, колбаски. Вообще немцы любят Lidl, наверное, они... Вот у меня хотя сестра, знаете, когда приезжала сестра, ее тоже водили, она говорит, в Lidl. Но ей больше Меркадона понравилось. Ну да, там более типичные, как бы, испанские продукты продаются. А я, мне без разницы, куда ехать. Мне больше тоже нравится Меркадона, могу в Алькампо купить. Ну, вы знаете, мне без разницы, где. В Лиделе. Вот так вот. Вот суббота прошла. Погода. Сейчас хочу посмотреть, что там по прогнозу. За стенкой либо соседи приехали. Точно. Так вот, да, такое ощущение, что они у меня прямо это... в ванной принимают душ. Ладно, хватит о пустом. О пустой болтовне. Пошла я в душ. С вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока.